Вот это наша коза Сива. У нее, ну, дикий характер. Она очень полезная. Но если козье молоко, то лучше домашнее, но, конечно, будет полезнее, чем покупное. Соседи его покупают с удовольствием, и этим летом я его продавала. И не только молоко, но и яйца куриные, перепелиные. Танцевали на благотворительных концертах. И когда Снежа пообщалась с детьми с заболеванием ДЦП, тогда она подошла и говорит: «Мама, можно я буду продавать молоко и денежки складывать в копилочку, чтобы потом на благотворительность все это использовать, все эти денежки?» Конечно, мы дали добро. Как мы можем вам помочь? Началось все с обычных вопросов. Решили, что браслет – это что-то такое уникальное будет от нас. При этом делают это дети, наши дети. В течение года мы помогаем им точечно. Это какие-то оплачиваем реабилитационные курсы, покупаем им коляски специализированные, стульчики, сиденья. Некоторым даже оплачиваем просто питание, потому что оно достаточно дорогостоящее. А как вы понимаете, пособие у мам, оно абсолютно не позволяет приобрести то питание, которое необходимо. Эти браслеты я повезу в Грецию на международный конкурс. И я буду дарить участницам. И хочу им рассказать то, что эти браслеты сделаны детьми, которые больны.